Лето – замечательное время года, пора каникул и отпусков. И чтобы воспоминания о летнем отдыхе были приятными, не стоит забывать о правилах безопасности. В рамках внутриучрежденческой программы «Школа безопасности» в отделении дневного пребывания Новочебоксарского центра социального обслуживания населения прошла очередная встреча получателей социальных услуг и сотрудников учреждения с инспектором отдела по надзорной деятельности и профилактической работе МЧС России Владимиром Ванюковым и старшим государственным инспектором по маломерным судам МЧС России Юрием Каргиным. Как известно, самый распространенный способ летнего отдыха – отдых вблизи рек и озер. Но, к сожалению, пренебрежение правилами безопасности при купании и катании на лодках может привести к печальным последствиям. Юрий Каргин напомнил слушателям, о чем нельзя забывать вблизи водоемов. Купаться только в разрешенных местах, не заплывать за буйки, быть внимательными при движении судна, обязательно иметь в лодке спасательный круг и спасательные жилеты по числу пассажиров. Также он подробно рассказал присутствующим об основных правилах спасения утопающих и об оказании первой медицинской помощи. Затем Владимир Ванюков провел с посетителями отделения и сотрудниками центра профилактическую беседу по соблюдению правил пожарной безопасности в лесу, на садовых и дачных участках. Не разводить костры, тем более вблизи строений, не бросать непотушенные спички и окурки, всегда иметь под рукой средства пожаротушения. В завершении встречи сотрудники МЧС ответили на вопросы, интересующие слушателей, и раздали им памятки.